Тебе по-любому надо брать. Смотри, как удобно. Жмем Джима уже с самого начала маршрута. Жмем Джима. Все, я победил. Я на переднем приводе залетел. Джим на заднем не залетел. Все, Мира победила. Можно заканчивать соревнования. Откуда в тебе столько энергии? Все понятно. Ребята, всех приветствую. Сегодня у нас легендарный день. Сегодня Мира вытащила на оффроуд, на свой любимый маршрут на седанке. Pajero Mini 07 Turbo. 07 Turbo Jimny. Очень лютым пилотом он сегодня должен нам показать. Так, получается, фураннер. Здорово. Джимни практически стоковый. И на каких-то 40-х колесах просто монстр Pajero. Посмотрим, кого из них Мира сможет. Звук, да? Хороший. Джимни. Стой, дерево! Забодал. Одним скучно, другим весело, я не понимаю. Все тут проезжается. Скучно? Скучно. Антоха в колею не помещается. А разогнался-то! Разогнался, будто там под 35-е колеса дырки. Перевернемся, Димон, я боюсь. Пожалуйста. Блять, да как она едет, я вообще не понимаю. Сейчас посмотрим, лужа шатанет Мира или не шатанет. Лужа такая, глинистая, глубокая. Стоковый. Ого! Честно, я не хотел. Я не знал. Ты накопал. Ты человека подставил, приехал. Да, я ж на 35-х колесах там буксовал на заднем приводе. Так, подожди, ты на блокировке, на полном приводе, я не верю. Это оно самое, закопался. Подожди, ну попробуй назад, вперед. А он уже все. Не верю. А, он еще и на карабасе? Да как так? Подожди, он походу воды хапнул. Как ты так смог, ёпта? Не может быть. Я не верю. Подожди, он походу воды хапнул. Ты как раз сапоги же утром одевал правильные. Антоха, давай лебедку свою. Чтобы понимали, Мира проехала. И Джим просто проваливается. Да, Димон. Я хочу его вытащить, это моя мечта. Вытаскивай. У меня есть трос за 2000, я что его зря покупал? Динамический. Чисто унижатель, хорошо. У тебя бензопила с собой? Всегда. Ни хрена, да там бензопила. На этой бензопиле можно из леса выехать, она больше, чем Мира. Ого себе, динамический китайский трос. А какой ты хотел? Не кричите, это малыш, он только первый раз сегодня. Все, набрал что ли уже? Да. Только... Вставай рядом с Джимом, я тебе стикер потом сделаю. Я ебал твой лайк. Надо вот это туда, а потом туда. Я ты что, не хочешь пачкать трос? Кабель от интернета. Wi-Fi. Опытный джипер говорит, его купил у китайца за двушку, но я тебе не рекомендую, это шляп. Стой, я его наклык. Что ты сейчас сказал? Я в себя поверил. Ты сам этого хотел. Не, я очень этого хотел. Давай. На заднем приводе дергай, Димон. Унижай его до конца. Поехали. У-ху! Еще разок. Трос нормально?
Нормально. Трос хороший. Миры больше нет. Бам, это была последняя мира в наши дни. И с этой стороны подойди, посмотри. Что-то с твоим шаркопом. Дайте шакал. Шаттл еще шаттл. Один. Ты его ровно на 15 миллиметров потянул. О! Пробуй еще раз, Димон. Димон, первый. Я сломал миру, что ли? Да. Нет. Давай, давай. О! Стой, 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 стой! Все, еще раз. Это маленький шакал для маленьких детей. Людей. Без разгона. Поехали. Давай, давай, давай. Вот оно. О, мира просто герой дня. Газуль. Вода в салоне, ё-моё. Мира сделала просто этот день. Димон, ну как ты так смог? Мира проехала, ты на таких больших колесах. Не повторяй ошибок. Я ж тебе говорил, повторяй все за Ио. Ну не за Мирой. Каждый на чем получится. Давай сюда руль. О, о, вот это да. Вова, давай. Ты же хотел, давай. Бери правее. Димон объезжает опять. Ну как же так? Надо было ехать. Самое главное, что тебе понравилось. Полы высохнут, а эмоции останутся. В смысле, это что, мирные движения, короче. О, лопата. Ого-го, нам налево, а им прямо. Аккуратно, пенечек. Ой-ой-ой, сели, встали. Чего не перевернись? Еду. Да проходит. Прямо руль, прямо, прямо. ВД опять не работает. Огонь. А, ну вон фендер оторвали, да, капец замяли. Да блин, что он нигде не тонет, а? Понаставят 37-х колес и даже не застревают нигде. Больше его на оффроуд не берем, он неинтересный. Ну да, тут все перемыло вообще жестко. Димас, ну как тебе ехать первым, вести колонну? Да, нормально, нормально. Но чувствуешь свою авторитетность вообще? Авторитетность? Ну, после того, как я вытащил Джима. Главное в себя не верить слишком. Паджеро вытащить Паджеро, что ли? Я, блядь, задние двери оторву. Какой интерес? Интерес проехать там же, где Джим застрял. Просто ходами надо. Это надо с трассы разгоняться. Да, километров 150. Стрелу положи. Вот тут? Да будешь пробовать? Не. А что? Ты же нигде не застреваешь. Не, разгон. Ну сейчас они, нет, сейчас нет, они все проедут, будешь ныть, что ты не поехал. Мне турбина нужна, разгон нужен, ничего нету. Есть вариант. Вова, ты говорил, что неинтересно. Неинтересно. Все, я понял, хорошо. We get it done. We make a lot of money out of jobs, we get it done. A lot of people envious, cause we just get it done. Climbing up in life, cause we just got it done. Get it done, get it done, get it done, we get it done. We make a lot of money out of jobs, we get it done. Что-то щелкнуло. Не, ну это было красиво. А у него вышло, блядь, в воде, наверное. Четыре цилиндра. Я теперь всегда со своим, блядь, директором сервиса еду. Где? Я же говорил, ты будешь потом хотеть. Получается, признай, что теперь один-один. Что меня отговорили. А порог ты тоже здесь замял уже? Нет, порог был, я на фотографиях видел. Это мы как-то с трассы, короче, вылетели и чуть не вернулись. Ну, то есть, тебе уже нравится с нами? Да, конечно. Я бы хотел себе такую машину, которая неисправная, а так едет. Да? Ну, садись за руль, покатайся пока. У меня мира есть. Зато у тебя еще шанс дернуть и переднего, и заднего. Что, он там подзасел на камушке? Стянул, а, застянул. Ой-ой-ой, мы туда поместимся. Ух, ух. Там нет дороги. Вариантов других нет, только мирой дергать. Какая мощь. Сколько это стоит? Как полмиры. Квадроциклетный маршрут. Вопрос. Мирин лайт!
мирный лайт. Опять морда отключается. Ты боишься белок? Пристегиваешься. На самом деле это правильно. Техника безопасности никто не отменял. Согласен. Мы все-таки решили его утопить до сегодня. О, Гольк! И в камень! Сюда, сюда, сюда! Отлично! Ты смог! Мне кажется, на Ио сейчас кончится мотор. Сука! Он над вами издевается, смотрите, да? Вот меня очень сильно раздражает выхлоп. Ты как к этому относишься? Он без катализатора едет, по-моему. Мне вот этот выхлоп вообще нравится. Нет, звук нравится. И машина едет охуительно. Но как она дышит, точнее, как она выдыхает. Тебе не нравится? Мне прям не нравится. Я поэтому Миру купил, чтобы белые мишки были живы и здоровы. Вы ждали, пока мы утонем, да? Сейчас же утонешь, я же предупреждал. А почему ты меня не послушал? Это что, водокачка? Сейчас, погоди, давай посмотрим. Вдруг это лебедка? Вдруг сейчас будет Паджеро вытаскивает Миру? Этот кадр я должен запечатлить. Это очень редкий кадр. Давай! Да. Это битва сопротивления Ио. Ай, больно, ой. Вот это мужчина просто, а? А взгляд какой? Да, вот тут выезд был, его смыло. Ого, здесь накопали жиперы. Чё-то кажется, мы немного не туда поехали. Я всегда знал, что уши на оффроуде это лишний аксессуар. Здорово, пацаны, Нива, да? Без уха теперь. Да, дорога подизменилась. Спускаться или бедиться. Вот сюда еще доехать надо. Ну, я думаю, если Мира здесь проехал, значит шансы-то у всех есть. Вот дерево. Вот это вообще на левом горку надо или справа объезжать? Справа, поехали за Мирой, там слева не проехать. Мира тут вообще зачетерила, походу, везде. Тут пошире, едьте здесь лучше. Классно. Ну там Мира проехала так, что ты точно не проедешь. Звучит как вызов. Ну, серый, да. Поехали, слышал? Он нас оскорбляет. Я всегда знал. Это Тигровый его подбил. И да, пионерка его добила. Сейчас ухо слетит. Просто прямо, куда-то руку поворачивай. Свет мой зеркальце, скажи. Покажи мне, кто ты, кто был на районе, поставлял барыгам кирпичи. Передайте мне ключи, передайте мне ключи. Мира, он давно крадусь на них, я вор на чьи. На мне 5 цепей, никто не заберет, да ни одной. Если чё, я всегда готов, он на мне огонь. У меня всё всегда с собой, летом и зимой. И мне бог, я лечу на бог. Ой, бля. Мира и Джим один в один потери. Да, это было вообще по красоте. На мне ответственность теперь получается. Так, ну давай, ты сможешь потихоньку? Вперед. Стой. Теперь выворачивай руль. Стой. Сначала выворачивай руль, потом едь назад. Не выворачивается? Че с гидрачом? Или это особенность какая-то? Японский бог. Не знал, что такие проблемы бывают. Ну пробуй тронуться назад. Еще. Хорош! Теперь сюда! Потихонечку! А, ну нормально! Колесо задевает, уже сюда! Сюда! Все, давай, дальше смотри! А, ну все, проходит вроде. Бля, ну это, конечно, бог! Просто сама машина, бля, делает все за тебя по факту! Базару зиру! Вы специально это сделали? Почти, да. О, огонь, стой! Здесь проехала Мира. У Миры крыша меньше, блядь. Да такая же, чё ты? Бодай дерево. Да даже вообще без проблем. Да, вот так.
Не выключай ее! Вообще просто монстр! Пустоту такая себе ехать. Ну да, согласен. Не видишь, не едь. Воу. Да, ну Мира получается пока что не уступает особо. Конечно, она много чего не сможет. Лучше выставиться. А, нет? Вот читер, а! Ну? Туда, туда, туда! Спасибо, ё! Спасибо за помощь! Просто космос. Они продолжают доминировать. Опять? Кто, они? Да, ты опять объехал. Даже ее проехал. Ты начал меня унижать. Ты еще и сам толкаешь ее? Нет! Стой! Стой! Димас! Димас, она не достает до земли! Стой! Ой! Я чуть не перекрестился за тебя! Отлично! Вообще мощь! Боец! Заметь, мы вообще едем первые. Ни одних следов от машины нет. 4 мая, 24 год. И прям никто еще не катался. Ой, блядь! А это не кардан у нас выпал? Нет? Нет, вроде. Ой, хорошо. Ой-ой-ой. Хотя мы узнаем после. Это, кстати, был бак. А топливо есть, полбака хватит. Реально? Воняет. Мы п***ли бенз, да? Походу, давай становимся. Димон, есть новости? А что-то бензом воняет. Да, мы бак потеряли. Давай найдем сначала огнетушитель, потом поедем. А он потушит? Нет. Трубка металлическая. Блядь. Можешь завести, я посмотрю. Давай. Фонтан? Да. Поели ухи с бензином. Как ты говорил, когда Мира страдает, ты напрягаешься. Мира сдохла. Такие подъемники есть в сердце? Чисто хэшбан. Короче, Мира обездвижена, к сожалению. Слишком уверенно проходил участок с камнями. И мы потеряли топливную магистраль. Но я знал, что ее нужно дорабатывать. Ой-ой-ой, что натворил. А ты как думал? Ой, блядь. Машина поломалась! Взяли такую технику, обездвижили. У вас такие подъемники есть в сервисе? Не, еще нет. Батя знал, что Миру вылечит именно это. Я так понимаю, батя тебе больше ничего не дал. Димон, я знаю, в чем прикол. Он по-любому смотрел мои ролики и знал, что он поедет с нами. Понял? Говорит, с ним пригодится все. Поднимай ее целиком. Опа. А, так достанешь? Да. Еще чуть-чуть. Все, наверное. Давай еще. Все, хватит. Ты же хотел ее перевернуть. И какие кусули я тебе нашел. Просто это невероятно. Ой, что ой, еще? Это лучшее, что мог батя передать. А где директор автосервиса? Смотри, надо срочно хомуты. Позвони, пожалуйста, менеджеру по доставке. Ну как ты мог не защитить, получается, трубки? Фатальная ошибка. Сегодня же веселее. Сегодня прям вот сок. Да? Снимай. Боец подбит, но не сломлен. Подожди, покажи еще раз, как ты делал. Есть какие штучки оставишь. Вставляйте дома. Вы знаете, как он делал? Вот я так вот по трубочке. Понимаешь? А ты, чтобы вставить, так не делаешь? Че, теперь мотор бы менять на Софье? На форанере. Ай, прости, прости. Че, опускай? Да, опускай. Сухо. Все четко. Мира топ? Вообще топ. Равняет дорогу, да, для джима. Так, один прошел. Что, проблем нет? А, ты на заднем шел опять, да? 100%. Спокойный, как вообще. Я тут же сидел ровно год назад. Один, один. Зимой, и мне бог, я не лечу на блок. Мы слингуем дом, что хотел покой. Он для гроб, это был мой мог. Даунлок, в моем капе вок. Вы видели, да, это? Просто Мира побеждает бездорожье и уходит прям как стрела в закат. Не зря я вообще катаюсь с ней. Димон, ты был уверен в ней? Ну, как бы нет.
Нашли вот такое интересное место. Ну, как бы не идеальное для такого привала. Сейчас сварим супчик из рыбы. Уха называется. И поедем дальше. Мира показала себя очень достойно, я считаю. Давление в колесах я не стал спускать. 2,5 в каждом колесе. Ну, или чуть поменьше, 2,4. В общем, едет бодро, но, конечно же, есть минусы. Опять же, по клиренсу, по мощности. Все, что и так очевидно. Но дает конкуренцию, дает бой, не сдается. Хотя и мы порвали трубку на топливо. Есть потеря в виде зеркала левого, но ничего страшного. И, кстати, были трудности. Один раз мы повисли на корни, раскачали Миру, она поехала. Ни разу не лебедились. Это для меня победа. И вот так мы варим себе обед. А кушать сегодня будем? Нет. Небольшая помощь. ХЗ, ты чё? Ты кто такой? Ты киборг-убийца. Она еще живая. Изгоняй демона быстрее! Димон, чтобы ты больше не застревал, мы решили тебе подарок сделать, короче. Нихера себе, функционал. Самое простенькое препятствие для Мира на сегодня, и что-то пока... Просто мы переели, Димасик. Варик холодный, плюс мы поели. Давай! Ну, вроде как всем, кроме больших, понравилось. Все такие довольны. Слушай, а мне интересно, почему директор автосервиса сидит рядом, а ты диагностируешь? Это у вас так работает? Потому что у них все за... Мира немного спасатель. Выпрямляем глушитель на поджерике. В смысле, вы что, хотите разорвать джимапа у этого? Его пополам? Так, а мы едем изучать новый маршрут, где Мира точно будет страдать. Митя обещал. Это Догоняй, давай их задавим. Чего они пылят вот это все? О, тормоза есть, ты проверил? Переворот. Давай, маленькие, давай! Вот, видишь? Вот он просто мужчина! Больше газу, больше... Димон, вторая пониженная. Все, красавчик. Либо ты успокоишься, либо ты Миру успокоишь. Вот! Мужчина, давай! Стой, я толкну, стой! Мы все тебя толкнем, Димон! 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 Димон, мы все тебя толкнем, Димон! Давай, Димон! Бля! О, Димон, давай! О, мужчина просто! Ура! Это сделал! Да! Пятеру давай! Сейчас мне скинется! На кондиционере, блин! А из-за этого, думаешь, не хватило, да? По-любому он жирает, капец! Прыгивай. Вот она высота. Видно как бы, тут ни хрена не мало. Кася, перевернемся, сдай назад. Ты что, чайная домохозяйка, что ли, вот это вот все? Ебать, крен. Да это не крен, ты чё? Это посмотри, нормально. Это нормально. Это стандартная тема. О! Вот так? Вот так? Опа. Звони ещё, Димон, он спрашивает у мамы, как проехать. За лицо мне не нравится. Алло, здравствуйте. Три картошки фри, два бургера и колу. Можно! Есть проблема. Вместе со мной. Ой, бля, я там рот копал вообще. Запомните его таким. Нет, здесь. Видали, что делает? Ты видел, он меня хотел перевернуть? Да, я видел, почти получилось. Да? Кстати, вот это колесо. А я хотел выйти. А я... Группа, пошла. Че? Нас видят. А это что за... А, нифига, в нашей болтухе нас уже видят. Я обязательно должен передать привет твоему отцу.
Он выручил. Ты что, реально ее решил сегодня перевернуть до конца? В смысле, ты боялся спуститься на дне мужика и не боишься здесь? Ты гонишь. Тогда я учился, а здесь что? Да мне кажется, она может покатиться, Димон. Нет? Сейчас проверим. Вот он, конечно, обезбашенный. Просто прямо руль ничего не делает. Она будет держаться? Да. Подожди, дай сфотой. 2 секунды. Все, давай. Просто прямо руль. Все, катись нормально. Опускай тормоза, опускай тормоза. Мужчина, она просто, смотри, ты вырос на дне мужика, понимаешь, да, на яме, да, которую ты я думал, создал. Ты думал, почему я там решил? О, вот он, секрет. Чтобы показывать результат. Дай, какой-то. Блин, пропусти, пацанов, пропусти. Вообще не уверен. Да, сегодня было сухо, но, ребята, это просто мира, это просто 27-е колеса. Я там ворочу там. Это лучший автомобиль для оффроуда. Присоединяйтесь к нашим покатушкам, и мира будет показывать, как надо уметь ездить.